говорящее фото о потерпевших крах, идеях сопредседателей ОБСЕ. Вооруженные силы Армении в ходе своей провокации избрали своей мишенью мирные села Тавузского района в Азербайджане. Как передает командированный на линию фронта корреспондент ОХИАС, один снаряд попал в дом местного жителя Тариэля Абдулаева. В результате строения и пристройка к нему были полностью разрушены. И это не единственное село, которое было подвергнуто обстрелу со стороны армянской военщины. Ночной артобстрел вооруженных сил Армении также был направлен против сопредседателей Минской группы ОБСЕ, попавший в дом снаряд стал для них своего рода месседжем. При подготовке репортажа фотограф ОХИАС запечатлел руины дома, осколки выбитых окон, детские игрушки и пожелтевшую от времени газету от 3 декабря 2012 года со статьей на первой полосе, озаглавленной «Новые идеи сопредседателей Минской группы ОБСЕ». Этот снимок является олицетворением политической никчемности этой организации и свидетельствует о горьких последствиях игнорирования действий армянских оккупантов. Хотя, поглядев на все это, у них нигде ничего не дернется. Ведь это не их жилище, не их детей обстреливают армянские оккупанты.